Дом культуры в селе Волхонщина Печаевского района они ремонтировали без малого 50 лет. С момента его открытия в нем коренным образом ничего не менялось. Теперь от старого не осталось и следа. В первую очередь здесь заменили крышу. Отремонтирована сцена, смонтированы скрипящие кожей сиденья и яркое освещение. Директор Дома культуры отмечает, после ремонта творческая активность в Доме культуры стала значительно выше. У нас три кружка. Эти кружки, один кружок, это кружок драматический, это у нас там задействована молодежь. Кружок вокальный у нас, это дети, которые, у меня 19 детей, которые ходят в этот кружок. И кружок у нас еще для молодежи. Вот, это кружок, концертная группа. Вот, конечно, когда сделали ремонт, как-то ребятишки пошли с удовольствием более. Ну, конечно, приходят в старое здание, неприятно, а сейчас светло, красиво. На ремонт главного зала Дома культуры затратили более 500 тысяч рублей. В планах на следующий год отремонтировать фойе и комнату для персонала и участников художественной самодеятельности, а также изготовить проект на ремонт фасада здания.